Человек ребёнок. Я не хочу есть шашлык. О, ты шашлык. Сколько я тебе сколько раз говорю, надо есть шашлык. Вот и все. Ты наказан 1000 раз в неделю. Иди на слугу, мне промыть сейчас. Хорошего мамушка и папушка. Сейчас мне понятно? Я наказал сыну за то, что бросал шашлык в урну.